Друзья, всем большой привет! Приглашаем вас на стадион Кубань, здесь в рамках 25-го тура первенства Мелбет первой лиги. Кубань на своем поле будет принимать ярославский Шитник. Повторюсь, чем черт не шутит, Шитник вполне может зацепиться за первую четверку. Волгарь только что обыграл ульяновский Волгу со счетом 3-0. Показывали эту игру прямо перед нашей встречей. Это все довольно легко получилось у астраханцев. С мячом у Талиева. Да, Талиева. Просто передача. Филиппов спасает свою команду. И что-то здесь непонятное вытворил Вячеслав Зиньков. Решил поковыряться с мячом около штанги своей. В итоге едва не добавили мяч футболисты Кубани. Хороший проход Смирнова на левом фланге. Игрока Ростова в прошлом будет подавать новичок из Рубина Валерий Чуперка. Чуперка решает подать на линию вратарской. Мяч убивается. Здесь снова с мячом игроки Кубани. Удар поворота. Удар чуть выше цели приходится. 28-й номер пробивал поворотом. Здесь это Азат Байриев. На левом фланге мяч. В прошлом сезоне, если помните, Босичок выступал за текстильщик. Попалась ситуация. Филиппов. Филиппов выручает свою команду после удара головой. Как раз таки Илье Босичука. Вот это выход на поле. Прям как выход Ивана Старкова в матче «Луч энергии Локомотив» в 2006 году. Помните? Пятка передачи на Абдокова. Абдоков летит вперед. Нури. Нури летит вперед. Вперед и летит Нури. Нури летит вперед. Скакивает между вторым номером. И удар поворотом. Удар классный. И чуть-чуть неточный. Пробивает Валерий Чуперка. С левого фланга будет подача от Шинника. Да, есть навес. Опасный навес получается. Здесь можно пропустить вполне. Нестеренко спасает. Пяткой передача. Удар не понятно, что здесь происходит. И в итоге пенальти. В итоге пенальти назначает Константин Юданов на 49-й минуте. Сейчас пойдут желтые карточки. Итак, подача следует. Мяч выбивается. Удар поворотом. Еще удар пяточкой. Я не понял, за что пенальти. Может, где-то там случайно мяч в руку попал. Ну-ка. Удар. Не понимаю, за что здесь пенальти ставить. Подача Кулишева опасная, и здесь едва не забивает. Центральный нападающий Илья Грузнов. Да, еще раз смотрим. Кулишев подает, Грузнов. Вот как раз про этих двух сейчас вспоминали. Говорили, что, дескать, неактивные. Подача с левого фланга. Подача от Андрея Чуканова. Навес Чуканова. Опасно, удар поворотом. И мяч не залетает в сетку ворот. Юрий Нестеренко считает, что успел мяч достать до того, как мяч пересечет ленточку. И, на мой взгляд, снова Нестеренко прав, как и арбитр. Махатадзе навешивает. Еще раз опасно. Удар поворота должен быть. Филиппов спасает. Еще удар. Да, 1-0. 1-0. Кубань выходит вперед в этом матче. Нури. Абдоков отличается. Главная звезда Кубани. Ну, наверное, это справедливо было, честно говоря. Справедливо по игре. Кубань атаковала. Только одна пятиминутка была хорошего Шитника. Махатадзе подавал. Филиппов выручает здесь после удара. После удара игрока Кубани Бусичука. Ну и Абдоков уже расстреливает дальнюю девятку ворот Филиппова. 1-0. Так, Данил Родин у мяча. Родин. Удар! Красотища просто! Красотища! Данил Родин. 2-0. Кубань одерживает победу в этом матче и одерживает первую победу над Шинником в этом сезоне в официальной встрече вслед за товарищеской игрой. Браво, Андрей Сосницкий. Браво, его футболисты. Браво, Данил Родин, который, повторюсь, так похож на Андрея Соломатина в молодости. Продвинул чуть вперед мяч и пробил с правой ноги. Михаил Филиппов, наверное, мог здесь поймать мяч. Или хотя бы отбить его. Или хотя бы отбить. Так и не ознакомились мы с результатами параллельных матчей. Шинник проигрывает 0-2 и максимально себя ослаждает борьбу за место в топ-4. Ну а Кубань одерживает полностью заслуженную победу. На мой взгляд, еще раз повторюсь, Кубань не заслуживает вылета с такой яркой игрой, с таким тренером Андреем Сосницким.